Еще у меня есть GPS. Ну и отлично. Да у меня. Да и у меня тоже есть. А ну ты можешь завестись, проехать с краю зоны? Просто у меня тепла много там. Не, не заводится. Так, давай. Проверка, давай. Слышно. Дыхана, давай. Танк, проверка, давай. Танк, вас слышно. Барс, на связь, Барс. Барс, на связи. Нам в маршал, три человека из Барсов села маршал. Еще кого-нибудь ждать? Нет, все, остальные в контроле. Все, принято, никого больше не ждем. И так нет, больше никого не будет. Вперед и налево, да? Да. Самолет на ДВ, проверь. Слышно, самолет. Топливо и боезапас в пути. Принято. Боезапас на самолете полный. Повторяю, боезапас на самолете полный. Осталось только топливо.
как вам ДВ залип? Спасибо. Да, ты дошел? Давай там. Так, Див, на радаре уже замечена красная точка. Несутся. Грант, я так понимаю, к нам гости едут, да? Лаку проехал эфрит. Первый эфрит едет обычный, второй боевый едет. Топливо и боезапас у солнечной электростанции. Див, один, походу, через Таврос едет. И два небоевых через Ваку. Я понял, нам тоже передают. Один уничтожили, небоевой. Топливо въезжает на взлетку. Второй небоевой уничтожили. Остался один боевой, и он, походу, едет с Тавроса. Топливо на взлетке едет к самолету. Только не врежься, я тебя умоляю. Див, проехал Ставрос. Принял, все, ждем. Заправка, начинается заправка самолета, как поняли. Начинаю взлет. Самолет начинает взлет. А наш Хэмми-Бёрд прямо над боевым этим ифритом кружит. Перегораживаю взлетку. По самолету огонь ведется. Прикрыл его. Скорее всего, умру. Взлетел, походу. Ну да. По одному так все поотключались.